утро, загрузились на монтаж. Поедем монтировать теплицу арочную 2 на 3. Здесь у нас каркас, брус, поликарбонат нарезанный, плюс рулон на покрытие 1,5 листа. Фурнитура, защитосот здесь у нас спрятаны, прогоны, уголки укосины, фурнитура. Все, это поедем дело монтировать. Монтаж уже выгрузились и уже приступили к монтажу. Здесь мы собрали брус с обработанным септиком и также поставили две арки. Параллельно собираются оба торца. У нас теплица идет арочного типа с размерами 2 ширина и 3 длина. Высота у нас здесь выше, чем стандартная. Это у нас нового типа арочная, высотой 2400. Сейчас будем скручивать прогоны, собирать торцы, ставить, устанавливать. Также еще забьем якоря. Будет у нас дверцель и форточка торцевая. Также здесь у нас установлена наша теплица, крепыш 3 на 6. Монтаж теплицы арочной 2 на 3 нового типа. Здесь мы уже поставили один торец. Торец с форточки идет. Также предварительно уже две нитки натянули. Поставим второй торец, также закрепим с другой стороны. Труба у нас идет 20 на 20 на 1,5. Цинк плюс полимерная порошковая покраска 80-17, шоколад коричневый. Здесь у нас будет цельная дверь. Также недавно устанавливали арочную 3 на 6 размера. Здесь у нас тоже цельная дверь. Также попросили натянуть подвязку. Подвязку здесь мы уже натянули с одной стороны и с другой стороны. Здесь у нас второй натяжитель. Все натянули через ушки, чтобы не провисало сильно. И посередине у нас здесь арка фермер. Плюс фрамуга конькова на автоматах. Автоматы уже сняли. Скинули мы их. И также форточка во втором торце. Здесь также идет труба 20 на 20 на 1,5 цинк и полимерно-порошковая покраска. Такая теплица. Монтаж. Здесь мы уже перекрыли теплицу, накинули 1,5 листа. Также сейчас будем перекрывать форточку. Здесь у нас дверь цельная. И также клеить перфоленту с профилем 2400 поликарбоната по низу. И все прокручивать уже. И также доделать систему подвязки. Сюда фурнитуру, туарепы, натяжители, натянуть ее. И теплица готова. Также забьем колышки и две диагональки. Монтаж теплицы. Арочная 2 на 3 нового типа. Высотой 2400. Здесь мы произвели монтаж на брусту на 100 обработанный антисептиком. Труба у нас идет цинк 20 на 20 плюс полимерно порошковая покраска 8-17, коричневый шоколад. Также дополнительно натянули систему подвязки по одной нитке с каждой стороны. Установлены диагональные усилители и забиты якоря по углам. В одном торце также дверь, во втором здесь у нас форточка. Дополнительные крючки установили для микропроветривания. И здесь также первый крючок и второй крючок. Также сделали защиту сот для поликарбоната, перфолента плюс профиль и резиновый торцевой уплотнитель. Также установлен резиновый дверной уплотнитель, чтобы не было щели. Все это закрывается с двух сторон. Такая вот теплица. Первая. Вторая. 3 на 6. Также сразу видно. Здесь у нас 2100 высота. Здесь 2400.